Кухня – это сердце любого ресторана. Именно здесь создают любимые блюда, ради которых хочется возвращаться. Одно из самых популярных – свинина с овощами на сковородке. Стоит отметить, что повара из Китая готовят исключительно по своим рецептам. Первым делом под нож идут овощи. В считанные секунды нарезаются перцы, морковь, лук и отправляются на сковороду к свинине. Ингредиенты простые, но на выходе получается аппетитное и ароматное китайское яство. Хрустящие кольца кальмара во фритюре станут отличной закуской для любителей морепродуктов. Несмотря на статус китайского ресторана, в Шангри-Ле можно отведать японские роллы, которые не теряют своей популярности и по сей день. Кстати, сейчас меню расширяется, и совсем скоро здесь появятся блюда паназиатской кухни. Ангарчанка Мария Бачина является клиентом ресторана практически с его открытия. По словам девушки, именно сюда она приходит, чтобы вкусно пообедать, и здесь же проходят практически все семейные торжества. Соответственно, мы здесь вот на протяжении этого всего времени отмечаем дни рождения, юбилеи, детские дни рождения. Всегда здесь прекрасная программа, всегда безупречно вкусная кухня. Но вот самые мои любимые два блюда – это рыбные, это люито и минтай в кисло-сладком соусе. На самом деле здесь всегда очень людно в выходные дни, поэтому мне очень все нравится. Вот лично на мой вкус я выбираю именно этот ресторан как одно из лучших заведений нашего города. Различные акции и развлекательные программы для ресторана «Шангри-Ла» – не редкость. А в будние дни гости могут заказать комплексные обеды, а также получить 20% скидку на основное меню до 16 часов. Ресторан «Шангри-Ла», 12-й А микрорайон, дом номер 8. Телефон 68-65-01. Ангелина Борисова, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск.